Так, приветушки снова, всем огромный пламен итальянский чау из Франции. Вот мы попали два, называется фильм. Сейчас туда не буду идти, потому что там живут хозяева, а наш квартирка вот с этой стороны, вот там вход. Пока не буду внутри показывать, потому что муж отдыхает. Такая дорога была, я уже вам говорила, что этот навигатор придурочный на нас куда-то. Мы целый час потеряли, представляете, времени, и столько бензина потратили. Вот, что офигеть, и намучились вот эти вот, меня аж самой уже мутило там по этим серпантинам ездить. Я сейчас хоть поела, у меня-то желудок нормальный, а может даже есть не мог, он сразу, я не говорю, мне не могу, мне тошнит. Я говорю, иди полежи, полежи, немножко отдохни, а потом покушаешь, хорошо, сейчас он лежит, отдыхает. Соседи там на улице обедают. В общем, приехали сюда, а здесь такая конфузия получилась, что... Мы-то писали на сайте, что у нас двое взрослых и один ребенок. Ну, ребенок это Никита, а в смысле у нас дети считаются до 14 лет. Вот. И мы написали, что ребенку 14 лет. Ну, ребенку 14 лет, хотя ребенок на голову уже выше меня. И мы написали на сайте, что ребенку 14 лет. А они, я не знаю, как они, видать, забыли хозяйке сказать об этом. Мы приехали, тут одна маленькая комнатка, зал и спальня одновременно. И только двуспальная кровать. И все. А нас трое здоровых дылд, в общем. И опа, что такое, конфуз такой. Ну, хозяйка сказала, ну, я вам дам что-то к вечеру. Ну, посмотрим, может, матрас какой-то или раскладушку. В общем, такой дебилизм. Как-то что-то еще было такое, что не совпадало именно с тем, что они говорили. Вот. Ну, ладненько, я, наверное, от усталости уже забыла. В общем, сейчас вам покажу немножко окружности, а потом уже покажу вам внутри уже нашу квартирку. Вот, слышите, как цикады кричат. Вот такой вот наш домик. Наше крыло, там, видать, у них склад всего. Угу. Я тут гуляю, и я увидела, что отсюда видно село наверху. Может быть, мы через него, кстати, проезжали, когда мы ехали сюда. Вот через это село. Вот. Так что здесь такой дворик, пальма. Там стол. В принципе, можно обедать и... Как говорится, я не знаю, чем мы на улице не обедали. Ну, ладненько. Мы внутри пообедали. На улице жарко, жарковато. Может быть, мы это днем, ой, вечером, то есть. Пойдем посмотрим там, что. Где цикады кричат. Тут у соседей есть маленькая девочка и есть собачка такая. Там, наверное, уже, как говорится, хозяев. Ладно, не буду ходить туда. Вот. Здесь у нас тоже вход есть с другой стороны. Вот это окошко, там у нас туалет. Здесь у нас кухня такая маленькая. Все работает, микроволновка, тостер, плита работает. Это мы с собой влажные салфетки взяли, чтобы для кофеварка работает. Тут есть стаканы, есть принадлежности. Мойка. Там туалетик маленький. Мойка, зеркало. Вот. Ну, комнату уже потом вам покажу. Так, смотрите, какая прикольная ванная. Я таких еще не видела. И, кстати, не сильно чистая такая, видите, белые какие-то разводы. А здесь волос такой черный, короткий. Это как это называется? Доказательство. Доказательство того, что... Это не мы оставили грязь, потому что ванну, скорее всего, мы здесь принимать не будем. Уже как-нибудь две ночи. Блин, хоть бы душевую поставили, нафиг ванна. Да. Не знаю, что делать будем. В море купаться будем. Это у нас в комнате есть всякие книги, журналы. Именно с этих мест. Вот это село называется Тауретис. Сур Лоуп. Что-то мне муж говорил, перевод какой-то, что-то цветы там наверху, где-то сверху. Что такое? Вот это село, через которое мы проезжали. И тут, смотрите, все вот эти вот именно жильцы, кто тут живет, там, ну, наверное, все. И тут, смотрите, что интересно, как,
как должны быть вот от дороги до зелени, должно быть такое расстояние. Например, между домом и от леса должно быть такое расстояние, и забор должен находиться посередине. Например, маленьких кустов не должно быть, должны быть только длинные деревья. Именно сколько там, не знаю, даже сколько метров. Вот видите, как все должно быть. Крыши тут, вот как косить надо, в общем. Как поливать, как костры жечь, конечно. Все-все, это именно журнал этого села. Вот, смотрите. А тут, видать, их кладбище, вот фотографии. Церковь. Комары тут. А нет, вот это, видать, их кьеза. Церквушка. Тут всякие мероприятия проводят. А насчет мероприятий, смотрите, что вот такая младенцы рождаются. Смотрите, что я нашла насчет мероприятий. Насчет мероприятий. Здесь у них, оказывается, есть тропа, по которой можно ходить. Вот видите, вот это их село находится. И можно идти сюда, 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 сюда. И возвращаться снова к селу. Вот такая вот спортивная тропа. Можно ходить тут. Я с собой кроссовки взяла на всякий случай. Ну, и у мужа кроссовки, и у Никиты кроссовки. Может, захотят, пойдем. А здесь именно тур по Ницце. Вот, тут все везде, где какие автобусы ходят, какие номера, какие, где что находится. Сейчас я посчитаю, открою эту карту. И вот тут показано, вот все музеи, все, что можно посмотреть в Ницце. Вот тут как пешком можно пройти туда-то, туда-то, туда-то. Где что находится? Лазурный берег. Где тут пляжи, кстати. Вот здесь пляжи я смотрела. И вот там вот тоже пляжи я смотрела. Не помню, где еще пляжи. Куда мы можем... Куда мы завтра утром пойдем на море. Поедем на море с утра. Надо просмотреть хорошенько. Смотрите. Я теперь ничего не вижу через телефон. А, видно. Классно, да? Музей какой-то. Акрополис. Акрополис какой-то. Так, и вот, собственно, спальня или зал, что это, непонятно что. Вот, смотрите, одна двуспальная кровать. А вообще написано, что здесь могут вмещаться семья из 6 человек. Лампа горит, как интересно. Представляете, ну как здесь 6 человек могут вместиться? Где тут кровати поставить? Ну, в общем, она сказала, что к вечеру нам что-то даст. Наверное, сюда, или туда, или туда. Сюда, наверное, я с той стороны буду спать. Столик один такой, мы тут уже пообедали, перекусили. Муж так и ничего не пообедал, все бедные наши турбы. Вот эти картины, кстати, хозяйка старая сама рисовала, потому что у нее тут реклама, вот эти, видите, сколько у нас тут книг разных. И вот она сама, и написано, вот она в этом селе живет, и написано, в каких годах, где у нее были выставки, представляете? Первая выставка была в Лондоне. В 65-м году. Вы представляете? Вот эта хозяйка старая. Все, мы уже гулять едем. Все. А вот здесь вот хозяева живут. Вот у них тоже столики на улице. И вот такой дворик. Все. Никита с нами не поехал. Он устав. Сильно уставший. Ну, завтра на море он с нами поедет. Мы поедем прогуляемся. Я забыла, что надо открыть все села, блин, поехали. Открыть-то надо, елки-палки, чтобы машина могла выехать. О, могу сама. Милости просим, сударь. Так, вот мы сейчас поднимаемся немножко, чтобы проехать через это село, где их центр. И там уже будем спускаться в сам город. Вот такие вот зиги-заги мы делали, представляете, снова. Вот утром мы мучились, когда нас навигатор повез, фиг знает куда, столько времени потеряли. И намучились тоже, тошнило уже вот эти серпантины. И сейчас, смотрите, что творится. Тут Никита с нами не хотел, перки Никиту нонвалевандары. Потому что действительно намучиться можно с этими серпантинами. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то назад, то вперед, то еще ж куда. Йокаламане. Perché non conosciamo la strada, non è quello che abbiamo fatto. Questa è un'altra strada, non so dove stiamo andando a finire. Bisognava mettere il nome di quel paese del cazzo.
Смотрите, какая красота. Вот это поесть, вот это у них, это село, это деревенька. Вот это их центр, центральная часть деревни. Смотрите, что творится. А мы немножко вот в лесу как бы живем. Вау. Вот это да. Какая красота. Представляете, вот издалека видно все это. Смотрите, как красиво. Вот эти вот глыбы каменные. Наверху домик сам стоял. Вот так вот мы едем. Сейчас мы въедем уже в село. Таурети Сулоп. Come tradurre? Torre, torretta sul loop, non lo so cosa vuol dire, sulla curva, sulla... sulla curva. Ну, вы знаете, что такое curva? Curva – это поворот. На какой мы высоте, вау, там далеко видно даже море. Вот это да, ну, супер фермата. Non lo so, però, lascia avanti. Vai! Какие дома тут. Хоть из машины покажу вам это село, это деревенька, где мы остановились. Жалко, что наша квартира, наша вилла не в самой деревне. Вот там их центр. О, сколько машин. Ну, конти макини. Полицейская машина. Жинатерия. Красивые. Тут есть кафе-мороженое, всякие бары. Какая красота! Там футбольное поле. О, там, наверное, детский садик. Ага, азилу не допомнился. Парковка. Мостик такой. В каком живописном месте мы остановились? Сейчас посмотрим, сколько до города будем ехать по времени. Когда сюда ехали, я не помню, не засекала, честно говоря. Все, село наше закончилось. Мы едем уже к городу вниз. Какие красивые тут домики есть. Кстати, мы по дороге вниз несколько деревенек проедем. Тут отель-ресторан. Тоже какая-то очередная деревенька какая-то. Не знаю, где название пишут. Вообще без понятия. Как тут во Франции все. Непонятно. Questo qualche paese non so come si chiama. Деревенька называется Венц. Это не Венеция, это Венц. Ну, теперь нам все ниже, ниже, ниже уже к морю. Я потом посмотрю, на какой высоте вообще над уровнем моря мы живем. Интересно знать. Высоковато. Забрались. Еще порядочно наверху находимся. Вот там тоже какое-то село. На горе. Красота какая. Вверху какой-то кастелл. Красиво, как замок такой, как королевский. Красота.